Всем привет! Это канал Бестригун. И да, прежде чем мы начнем играть, сайт, где можно спокойно научиться английскому языку. Вы хотите научиться разговаривать на английском языке, но в школе вас плохо учат, или вы только сейчас задумываетесь об этом, а школа уже закончилась. Не беда! Школа английского SkyEng. Первый урок бесплатный, через Skype. Вам дадут учителя, и вы начнете учиться. Если вы закажете несколько занятий, то ваши знания будут расти и расти. Школа английского SkyEng. Ссылка в описании. А теперь я передаю.
Каждого не убережешься. Ну,
ладно, Лен, давай, хорошего дня тебе. Я тогда позвоню, как ты узнал. Ага, хорошо. Ладно, давай. Ага, давай, пока. Путь. Ух ты, путь. Тихо. Стреляй. Окей, готов. Есть. Психоневрологический диспансер по Цифрановского телефона. Окей, готов. Психоневрологический диспансер на улице Улицкого, город Цифрон. Нужно, чтобы... Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, у меня одноклассница приезжает в город Цифрин по программе переселения соотечественников. Она вот еще не приехала, но просила узнать. Ей нужно получить справочку с психоневрологического диспансера для получения постоянной... Нет, ну, как вид на жительство. Она вот зашла на сайт. Ну, я тоже так думаю. Нет, ну, значит, не надо к вам, да? Ага. Нарколог. Ага. Все ясно. А вот на сайте почему-то про вас тоже написали. Ну, все. Ага, спасибо большое. Понятно. Значит, это тоже яркий туберкулезный, да? Угу. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо огромное. Вот так вот. Окей, Google. Поздно генерологический диспансер, город Так, спокойно. А телефон? На блестяще. Телефон. Тихо.
соотечественников. И там на сайте, в общем, мы звонили в Минтрансфонд, нас отправили на сайт. На сайте сказали, что она должна пройти несколько справок получить медицинских, прежде чем обращаться в Минтрансфонд. Вот одна из этих справок от вас. Там по каким-то дням вы принимались, где... Еще раз скажите, 98. Спасибо. Это надо найти.
Уокер, слушай, мы же встретимся с мэром Лузан. Мы не надо было. Но у нас не совсем так. У нас есть дорога, она есть, и уезжается с мама. Мы не нужно. У нас есть дорога, автобус есть. Тут готово, тут не готово. Ну, конечно, ты у меня тут не готов. Вещи оставить. Дом-то маленький, но пристройка у нас стоит так плохо. Под крышей. Мы хотя бы в пристрое можем сложить вещи. Посмотрим, что тут можно узнать о докторе Кувасиле. Ты что-нибудь знаешь про некого доктора Квасира? Это старый ученый. Еще скажешь что-нибудь?
Кости. Лили, как-то мне тут не по себе. Как сказала бы мама, рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться лишь хорошо подготовившись. То есть, как... Если я... Сидеть... Окей. Сурина! Yeah.
каков? Давно. Дашенька, вытащи, пожалуйста. Побежали.
Вроде я на месте. Ну и где вы, доктор Квасир? Доктор Квасир. Почему меня здесь не было? Да, из Винкунда. Кроме меня почти никого не осталось. Никто из ваших не заглядывал ко мне в гости. Доктор Антон Квасир. Гениальный ученый с темным прошлым. Уроженец Ковчега. Пережил апофис. Говорят, он работал на правительство и спроектировал солдат-мутантов. А затем предал хозяев. Перешел на нашу сторону. Сражался против правительства. К безумным ученым я отношусь с осторожностью. Но без него не обойтись. У вас... отличное оборудование, доктор Квасир? Квасир, да. Лаборатория неплоха. Ноги! Раньше мои исследования были связаны с механикой. Но со временем машины имеют склонность ломаться. Так что я теперь больше полагаюсь на генную инженерию. Живые организмы восстанавливаются. Ну что ж, логично. Вы уж извините, Уокер, да? Я прогнал ваш скан через мейнфрейм ковчега. Теперь я вас знаю. Ваши родители, увы, какая трагическая гибель. Хотя Эрвина Проули взяла вас к себе. Да. Воспитала как родную дочь. Но они убили ее. Уничтожили все, что у меня было. Убили? Как жаль. Она была фантастическая. Я всегда надеялся. Но, увы, нет. Перебили всех. Это была неудержимая сила. Мутанты, новые существа. С техникой, броней и пушками. Огромные. Выше любого здания. Ими командовал человек. Генерал Мартин Кросс. Значит, он вернулся. Что ж, этого стоило ожидать. Он и любимая шавка доктор Бендрос неустанно работали над этим своим проектом долголетия. Но видите ли, этой проблеме я как раз могу подыскать решение. Решение мне известно. Вы ведь
комплекте кинжал? Так, сказали 6 лет? Экосфера еще на орбите? Мне про такую в детстве рассказывали. Mm-hmm.